художник один. Домик имел и хвостки. Привитос, амигос, снова вы, я. И пришло время закончить такую игрульку, как Layers of Fear. Насколько я помню, остановился в том моменте, когда два нижних ящика были закрыты, а верхние были раскрыты. То есть двух не хватало деталей. Вот с тех пор контент запилили, причем допилили его уже давно, уже перевод вышел, это лицензия, я даже купил игру, потому что, ну, не часто выходят такие годные инди-хорроры, их, конечно, надо покупать, поддерживать разработчика. Вот даже если пираточку прошел, а игра хорошая, почему бы вот не купить ее? И не дать разрабам немножко заработать, чтобы они, то есть, ну, воспряли духом и делали годноту. Такое дерьмо, как Техномансер, вот, естественно, покупать не надо, как Bound by Flame, Техномансер, Mirror's Edge Catalyst, они пусть сосут вялого, естественно, пусть сначала игры делать научатся. А такой разраб, как студия, сделавшая Layers of Fear, свои 200 рублей всего они за эту игру просят с копеечками, 200 рублей на здоровье. Вот, давным-давно просили уже допройти эту игру, был даже донат на стриме по Армате, я его помню, причем неплохой донат за то, чтобы я прошел эту игру. Я сказал, да-да, чувак, я сейчас ее со дня на день, и, короче, я человека немножко наебал, надеюсь, что ты все еще подписан на мой канал и досмотришь все-таки прохождение, исчезни, уходи. Вот, потому что у меня не подошли сейваки на пиратскую версию, блядь, Layers of Fear. Самому его ее ручками проходить, но она не настолько интересна. Все в первый раз только интересно здесь видеть, второй раз уже не хочется тут ходить. Поэтому я затянул конкретно, что, блядь, мне мешает здесь открыть эту дверь. Вот, если вы не видели, что было в этой игре ранее, в плейлисте включайте первую серию, смотрите сначала, иначе вообще ничего не поймете, потому что все здесь очень-очень хитро сделано. В общем-то, я прошел сейчас игру на русском языке, почитал записки. В общем-то, жена идет. В общем-то, те люди, которые мне помогали с переводом, они все делали правильно, поэтому ничего нового я не узнал. То есть, действительно, грунтовка из костей, кровь из краска из крови. Ёпта, бля. Ковер появился, не было же. Кисточка из детских волос и так далее и тому подобное. У него нет ноги, она обгорела в пожаре, все верно. Хо-хо-хо! Ничего себе. Опа, и дверь. Бля, как они это делают здесь, а? Как? Так, я так понимаю, что мне надо в центр? Нет. Тоже мне шкатулка Дэвид Джонса. Нет. Ну, блядь, пиксель хантинг. Стол пропал. Нет. А что не так-то, я не понимаю. Сколько мне кругов тут надо пройти? О, потемнело. Кто-то идет? На кресле качалки ребенок. Конечно же, там будет пусто. Да. Что на диване написано? Я попытаюсь осветлить. Ходишь по кругу, я заметил. Я попытаюсь, культ поклонения козлу, сатане. Я попытаюсь осветлить это видео при рендере, но я ничего не обещаю. Я также ничего не вижу, как и вы. Опа, опа. Безумец. И легко забыть. Алкаш, пьяница, да. Холст. Блять. Внезапно. Психоделический хоррор. Я большой фанат вот таких хитрожопых хорроров. О, черт, зря отвернулся, скример пропустил. То есть мне... Мой любимый фильм ужасов, если что, «Звонок». Но при этом я смотрел «Звонок», по-моему, два или максимум три раза в жизни. И
Настолько боюсь, не только, знаешь, боюсь, не хочется портить впечатление пересматриванием. Когда ты вырос, и тебе уже не так страшно. Будет уже по-любому не то, поэтому... Именно вот первые разы, когда я в 2004 году смотрел «Звонок», а он вышел, по-моему, в 2004. Вот именно тогда этот фильм меня дико просто впечатлил. Сюда, не сюда, куда? Что за херня здесь происходит? Две бабы режут мужика? Какая, блядь, богомерзкая картина. Все же знают, что должно быть наоборот. Что-то пульсирует. Я боюсь, блядь, открывать двери, потому что я второй раз нашел скример, где она за дверью стоит. Забыл про него. Wake up, решайся. Я решителен, блядь, я решителен, как тигр. Я решителен, но дверки я на всякий случай буду открывать издалека. Ух ты, ее шторит, блядь. Наркоманка ебаная. Я не помню, был этот момент раньше или нет. Но, по-моему... По-моему, был. Но к ней... Подходить, по-моему, просто свет погаснет. А смысл, если там тупик? Геймовера в игре нету. Она тебе даст по еблу, и ты здесь очнешься. А, да-да, был этот момент, все. И она ушла. А вот этого... Вот этого я не помню. Пупсики, собачки. Ух ты, сучка, блядь! Мышеловки. То есть у нашего героя деревянная нога, поэтому он боялся крыс. Мы думали, когда перевода не было, что деревянная нога была у жены. Но нет, она была у главного героя. Поэтому у него такая походка качающаяся. Добавили в игру скримеров. Несколько новых комнат добавили. Но скримеры такие, я бы не сказал, что они запоминающиеся. А что такое-то? Надо сюда зайти. А, что-то блестит. Ключ. С чего бы он там лежал, интересно. Весь дом грёбаный крысиный муравейник. Так, дайте-ка проверю, пишется ли хоть что-нибудь. Уменьшил размер вебки, посмотрел. Я давно не писал бандикамом, просто я бы ОБС-кой писанул эту игру, но ее надо осветлять при рендере, а после ОБС-а геморройно осветлять, по-моему. Вот, и 60 FPS. Ох, мать моя! 60 FPS запись моя видяха не вывозит нынешняя, то есть, ну, пора менять. Я бы вот-вот уже бы купил себе новую видяху, но оказывается, что, блядь, мне надо еще системный корпус менять, потому что по длине новая видяха сюда не залезет просто. А это еще немножко надо подождать, пока... Блять, это крыса, она... Такое ощущение, что она мне что-то показать хочет. Ну, блять. А где ключ? А, сука, тут защелка. Тихо-тихо, я отойду. Двери какие толстые. Сосна, блядь, натурально. Ах ты, ёбаная, бля, мышь. Серогорбая хуйня. Че за, блядь, узкий коридор такой? Огнеопасно свечки поставили. Ой, огнеопасно. Ну и чё, блядь? Ух ты, ёб твою мать. Опять он сидит. И сюда, сука, бля, пиздить тебя буду, нахуй, Микки Маус, ёбаный. Чё главный герой кошек не завёл, если он так мышей боялся, а? Кошаки бы всех пожрали. Моя бы Буся всех перепиздячила. Буся недавно птичку поймала. Она 5 лет сидит на подоконнике, смотрит в окно, как у нас тут ласточки летают. И вот настал её звёздный час, какая-то...
стрижек или что-то такое влетело в форточку и был тут же подбит ПВОшкой по имени Бусинка. Ничего, успели птичку спасти, отняли у Бусики. Они не знали, как ее вдвоем птица сидит, как бы у них у мисок крылья распластало, а эти два на нее смотрят, блядь, долбоебы, и понять не могут, что с ней делать. Cat, dog, rat. Так, кошка, собака, крыса, и что? Шесть, восемь и девять, да? Шесть, восемь, семь. И куда мне эти цифры? Где-то должна быть какая-то хуйня с комбинацией. Ах ты, блядь. Они закрыли меня здесь, демоны. Ну, 6, 8, 7. Нет? Тогда что надо? Не крысу, что ли, надо? Жди. 6. 8. 7. Я в детстве такие любил разгадывать вообще в лед. Так, кошечка, давайте. Это сложнее. 3. 4. 1. Вроде я за мышью сюда бежал. Почему? Там стук какой-то был. Ну и дом мне продали. Блядь. Ёбаные глюки. Ёб твою мать. Свет в конце тоннеля. Это конец игры. Господи Иисусе, я бегу в твое царство. Нет? Нет. А что это такое опять? Панда. Судя по воцарившейся в доме тишине, он в конце концов уснул. Явно в компании пустых бутылок и кусков холста. Его неизменных спутников. Каждый раз, когда это происходит, я молюсь, чтобы этот раз стал последним. Молюсь неистово, страстно. То есть, чтобы муж пить перестал или чтобы он уснул последний раз и больше, сука, не просыпался. Отче наш, пусть он пробьет себе голову и оттуда выльется вся гниль. Пусть порежет стеклом запястье и польется красная желчь. Пусть захлебнется собственной блевотой. Блевотиной. Может, тогда мы все обретем покой. Если ты этого не сделаешь, однажды я наберу смелости, спущусь вниз сама и положу всему конец. Ты знаешь, что он... Ты знаешь, что останавливает меня вовсе не трусость. Аминь. Ну так, блядь, придушила бы его нахуй подушкой, раз ты его так ненавидишь. Есть человек, есть проблемы. Нет человека, нет проблем. Тем более, вы живете в каком-то веке, что, блядь, реально... Инсценировка смерти тогда, мне кажется, была вполне себе легкой задачей. Вряд ли там Эркюль Пуаро приехал бы тебя арестовывать. Сквозняк, наверное. Блять, я хоть раз бы я в этой игре, в этом ящике что-нибудь нашел. Максимум записка. В шкафах вообще ни разу ничего не было. Оу. Все, теперь да, ёб твою мать. О. Опять. У него, наверное, мини-бар был в глобусе, да? А в другую сторону? Да, можно. Покрутить. Зачем, непонятно. Время-то 12. Время-то детское. Время детское, игра пипецкая. Якс.
И где это мы? А это мы... Эх... А хули-хули-хули-хули. Хули то, чего поймешь. Да, тут, блядь, Ctrl-C, Ctrl-C, локации с изменениями. А, это я помню, сейчас картина будет отдаляться. Они переставили немного местами некоторые скримеры, некоторые эти, то есть там с телефоном, вот самое заметное, это замутка с телефоном, где надо было сначала по часовой бегать вокруг телефона, потом против часовой. А когда я раньше играл, просто телефон стоял на тумбочке, подходишь, алло, все, жена горит, алло. Больница, еду. Так, привет, прошу прощения за долгое молчание, был загружен работой, должен сказать, твое последнее письмо весьма настораживает, если не сказать больше, не могу... поверить, что она собиралась сжечь твои старые картины. Старые? По-моему, отпечатка. По-моему, сраные, блядь, было написано. Твои сраные картины. Зачем? Ведь, в частности, дама в черном, твой последний подарок ей, разве не так? Если честно, не знаю, что сказать, но ты должен немедленно обратиться за помощью к профессионалам, а не скажешь, что делать. После всего произошедшего это должно пойти вам на пользу. Нет нужды говорить, что покупатель был огорчен новостями, новые картины продаются хуже, чем остальные. В любом случае, я продолжу искать покупателей. Главное, держись и сосредоточься на работе. Я знаю, что ты не исчерпал свой талант, я верю в тебя. Твой друг и агент Томас Калдвелл исчерпал. Картина Колумб. Драная собака. Драная собака никак не заткнется, и я так не могу. Я тоже так могу, видишь? Он погавкал. Все что? Да, мы поняли, что у него была собака, которая тоже то ли сгорела, то ли он ее сжег, вот непонятно. Сейчас глаз откроется. Страшно-то как. Гамма-скример. Понял, это игра от разработчиков, которые ненавидели эпилептиков, просто ненавидели, не хотели, чтобы они все умерли, и поэтому не выпустили эту игру. Так, опять сундук, в котором наверняка что-то интересное лежит, полеживает и ждет своего звездного часа. А, опять намордник. Опять мыши. Кладовка с картиной. Ёбаный, блядь, ананас, сука! Ладно бы психоделика, но скримеры эти... Это я помню. Только вроде это было не здесь. И кресло вроде сзади приезжало. Нас сверху кто-то топит какой-то ржавой водой. Но это типа кровь с потолка. Напоминает фильм «Нечто». Овце-бум! Овце-бум! О! Бывает, что художник превосходит собственную эпоху и становится непостижим для современных критиков. Но, по моему мнению, в этом случае все не так. Хоть мне и больно это говорить, многоточие эпоху не превзошел. Раз уж на то пошло, осмелюсь сказать, что мы наблюдаем вырождение художника. Да пошел ты, написано от руки. Fuck you. То есть художник скатился в говно. Так бывает со многими летсплейщиками и обзорщиками. Они регулярно в говно скатываются.
Вообще, видеоблогеры, достигшие 100 тысяч, нередко скатываются в говнище. Я бы сказал, даже часто, очень часто. Они останавливаются в развитии, потом видосы начинают выходить реже, потом отписки и смерть. Творческая смерть. Виски я находил во время того прохождения. Какое-то оно засохшее, блядь, оно даже там не булькает. I'm so sorry. Эх, похлопаем шкафами, вдруг чего? О, знакомое место. Сейчас сзади тёлка здесь появится. Смотрите, don't look back. Но она там просто сзади стоит, насколько я помню. То есть сейчас я, блядь, её наебу. Ах ты, сучка. Инстинкт самосохранения и достижения открыт. Ну, вы видели, она... Я в том прохождении на нее смотрел. Она стояла, дергалась, как обычно. Я не знаю, в чем. А, двери нету больше. Этот момент я помню. Что? Малой боли хватает надолго. Вот эти, блядь, надписи, которые тут что-то означают, что-то сакральное. Они, вся игра из них состоит. Записки в таком стиле написанные, надписи на стенах. Заебала мышь. Я все еще слышу, как она там хнычет стоит. Вай, страшно. Эй, мне надо туда пройти, там шкатулочка. Это карлик. О, палитра. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Рисовай со сломанными руками. Я знаю, видел бойцов, которые со сломанными ребрами дрались. Хоккеисты на уколах выходили, играли. Ёбаный брод, я... Выпустите меня нахуй отсюда. Где она прошла? За окном, что ли? Хули не так? Что надо сделать-то? Заебись. В темноте очертания тают. А, вот дверь же. Блять, нахуй! Сучка, доебала меня все-таки, тварь, блядь. Пиздося, блядь. Ну, этот уровень весь, походу, в его ебаной жене. Она тут просто, блядь, повсюду. А, она сейчас в лифт... А, да. Ну, я все-таки надеюсь, что вы посмотрели, блядь, предыдущую серию. По моему совету, потому что... Я периодически свои догадки выдаю, блядь, как спойлеры. Сейчас лифт застрянет, по-моему, да, и будет очередная сцена с ненаглядной. Я ее в этом прохождении не видел. Или нет? А, они убрали это из игры, видимо. Yes, yes, of course. Блядь, наш дом чё, сука, гранатами забрасывали? Чё за хуйня здесь? Чё здесь? Очки? А, часы? Будильник? Hickory dickory dock. The mouse in a clock. The clock's one. А дальше другая песенка. The Anderson Olsen, Anderson Olsen, Hickory dickory. Да, у него потом по-другому спел.
английская детская считалочка, по-моему. Наш класс должен был петь эту хуйню на какой-то новогодней херне. Хорошо, меня выгнали из хора. Наша классная руководительница поступила мудро, и в хоре пели самые отбитые пидоры, которые хуже всех себя вели. Черт, надо отдать должное, эта сучка умела наказывать. Че это такое? Ничего. Какая-то красный силуэт сидит. А, это я помню, она там сидит. Да, к ней можно подойти, она кинется на вас и оглушит. Но это кому, если кому интересно. А, нет. А, они переделали, что ли? Или это ли не в этом месте она набрасывалась? Я не помню, блядь. Я помню, что она должна главного героя вырубить, а он очухается там, где крысы бегают. А, вот. Вот она. Вот здесь заканчивалась игра. А в бета-версии. Вот здесь вот. Что это такое? Сейчас мы что-нибудь найдем. О. Некоторые картины не поддаются описанию, уж тем более критике. Если вы желаете их понять, вам просто необходимо знать основные сведения о сюжете. Одна из таких картин – «Детское лицо». Она влечет к себе десятки тысяч бездарных энтузиастов и воскресных поклонников абстракции. На самом же деле, она похожа на результат недельного марафона неопытного художника, запертого в темном подвале. Если отбросить никудышное исполнение, картина отличается ужасным. То есть его картины говно. Он скатился. Он скатился, как аналитика Ваномаса. 3-6-3. Видите, ребенок с волосатым ебалом. Вот где-то здесь звонит телефон. Тут некрономика надо было дернуть. Talk to me. Why won't you talk to me? И вот я, когда первый раз проходил, я тут что-то немножко затупил, потому что я слышу, что телефон звонит. Но я не видел, где он. А он? Видимо, разработчик как следует вдохновился фильмом «Начало». И вот здесь игра заканчивалась. А вот здесь теперь другой коридор. Не тот, что был раньше. Двери тут не было, да, видите? О! Понеслась. О, можно ногами пинать на пробел дверцы, что ли? Или это они сами? Я падаю, блядь! Открыто достижение скитания мастера. Куда это я уебался? Уебнулся. Че это, блядь? Это, наверное, предок Тириона Ланнистера, я не знаю. Ну, не знаю, пойдем поглядим. Вот с этого момента, как я понял, должен начаться то, чего я 100% не видел. Если послушать звук, с которым главный герой поднимается по лестнице... Слышно, да, что у него одна нога, их хоть и не видно, но одна деревянная. Там была записка, что типа дом хороший, но тут столько лестниц, если мы купим, тебе придется носить меня на руках. Это говорил он ей. Как-то много шагов он делает на каждую ступеньку. О, я ж тут был.
Это же мой... Это же картина моя, волосатый ребенок. Легендарная. Что такое? Трясется что-то все. А что надо делать? То же самое. Абсолютно. Опа! Мертвая крыса была. А в этот ящик мне просто насрали недруги. Это значит, что в ящик насрали враги. Это значит, что завтра война. А мы лампочку, а мы вторую. Визитница или что это? Может, я все-таки сдох, и мне еще раз надо? Нету телефона, опа. Я одной рукой буду идти, второй креститься буду, блядь. О. Моя лестница в небо. Ну это уже прям чердак чердака прям. А, ну да, я тут ёбнулся вниз, видимо, а мне не надо было. Или надо было? Так надо было, блядь, или не надо было? Почему-то телефон не зазвонил. Откройте нахуй. Алло, нахуй, 363. Какого хуя? Перестановочка. Так, когда происходит всякая хуйня, я знаю, куда звонить. Алло, Дукалис, блядь. Ха, открытое достижение, попытаться стоило. 911. Набрать стоило попытаться. Это козырное достижение. Так мне, блядь, надо вниз или... Или не надо? Может, тут какой-то номер где-то есть? По телефону можно... 363 был номер. Чё за телефон, у которого номер, блядь, три цифры? Посмотрим. А как туда там? Смотрите, дорога из поддонов. О! Вон они. 853. 8 800 5 5 5 5 5 5. Нахуй им звонить, у друга лучше денег взять. Ах ты ж ёбаный ты в ро... Я чё, на первый этаж позвонил, алё? Поберегись! Надеюсь, он ебанется на голову моей жены. Господи, архитектор круче, чем Ди Каприо в этом, блядь, в начале. Свечка. Solves nothing. It never has.
It never will. Oh. What the fuck? А, это... Что-то сломалось. Рушатся замки видений. Там вот эта страничка моргает, потому что я ее взять должен. Так, я должен опять 853 позвонить. Эй. Телефоном она сломалась. На какую кнопку сотик достать? Эй, Христофорка. Ауч. Это была дуэль взглядов. Так, чё? Так, подожди, теперь отломилось... Отломилось это говно, значит? Нет. Хули его тут надо делать, ёб твою мать. С головы сорвал. Нет. С ноги сорвал ветер мой костыль. Мне в голову приходит... А чё, ёбаный в рот, изменилось? Вот когда эта игра прочитала мои мысли, я уже собирался вниз прыгнуть. И теперь на портрете Альбуса Дамблдора написали 354. Ну что ж. Попытаемся дозвониться до Гарри Поттера. Гарри. 3, 5, 4. Алло. Братан, перезвони, плохо слышно. Ах, вот я где. А-а-а, блядь! Господи, с божьей силой, держитесь, цепочечки, держитесь, мои милые, ёбаный ты... Ай, ёб твою мать. Господи. Что там? Неужели там есть крыша? Откуда это все отваливается, блядь? Ёб твою мать. Ёбаная! Ёбаный пивной путь. И что делать? Смешно. Ай, шутка такой смешной. Кто там звонит, блядь? Занят, я творю. Хули ты доебалась? Пошла нахуй. Чё я такого сделал, блядь? Я отрезал волосы у нашей дочки на кисти, чью-то ногу отпилил, блядь, кровь выкачал. Я художник, я так вижу. Хули тебе надо, животное? Хули? Палец чей-то, ну. Final touches. A finger. I needed a finger. Finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Это мужской палец? Мне кажется, что это палец... А он свой палец отрезал. До этого он отрезал себе ногу, у него ведь нету ноги. Теперь он отрезал... Ну и что, блядь, Ван Гог себе ухо отрезал. Ничего, великий художник. Подумаешь, а это, блядь, художник без пальца и ноги. Ну и что? И что, я вас спрашиваю? Что такого-то, блядь? Почему вот этот ебанутый, а Ван Гог нет? Trial and error. Трейл. Что такое трейл? Путь и ошибка, что ли, или что? Методом проб и ошибок?
То есть trail это метод? Я думал, велотриал это что, велометод, значит? Раньше я тебя ненавидела, даже сейчас. Каким ты себя ощущаешь? Потерянным, одиноким, безнадежным? Наконец-то поняла. Всегда будешь неотъемлемой частью, у тебя есть шанс закончить ее. Иди в жопу, проститутка. Что здесь? Ничего. Вот эта хуйня у меня постоянно пустая. Что тут должно было быть? Фотки какие-то? Ох ты, блядь. Вот, о. Вот зачем фотографии. Вот зачем ящики открывать. В них есть фотографии. И у меня она, бля, всего одна найдена. Вот это, свадебная. И вот это, где она беременная. И вот эта хуйня. 6 апреля утром нашла его склад пустых бутылок. Мне нехорошо, я знаю, что ему нелегко, но черт возьми, он должен все прекрасно понимать. Когда дома маленький ребенок. Еще сюда... А, это дневник. Они добавили в игру дневник со всеми записками и фотографиями. Ну что ж. А это портрет нашей обгорелой жены. Видимо, после пожара. Добавим еще немножко мазков. Вот она, видимо, такая стала после пожара. Ну, ей... В начале игры можно найти записку, где говорят, что ей, ну, большую часть кожи восстановили. Но все восстановить тогдашняя медицина уже не могла. Я даже не знаю, нынешняя справилась бы с этим или нет. Итак, у нас есть кусок кожи, который он использовал в качестве холста. У нас есть кровь, которую он использовал в качестве краски. У нас есть кость, которую он добавил для того, чтобы сделать грунтовку. Волосы, кисточка, хвостик, видимо, у дочки отрезал, и палец. Нахуй нам палец? Ну а чего, интересно, в последнем ящике? Может быть, давайте прикинем, хрен к носу. Ухо, нос, глаз, что? Нога была, блядь, палец от руки. Член. Ичко. Откачекрыжил себе, может быть. I don't know. Так, а здесь еще, кстати, получается, что вся стена должна быть завешена вот этими рисунками с надписями, но я нашел всего 3. Че за звук? Может, он что-то значит? Может, нет. Кто его знает? Ну что ж, посмотрел по хронометражу. Кстати, здесь какая-то ручка, которую не покрутить. Что за мясорубка здесь, интересно? Выше, ниже, что ли, регулировать? Хер поймешь, наверное. В общем, по Господи, какое сложное слово, хронометраж. Короче, по хронометражу посмотрел, да, 40 минут позади, время заканчивать. Ну, тем более, что еще где-то полгода назад Алексей сделал классную заставку, да. Продолжение этой игры, а еще будет DLC-шка. Скоро будет DLC-шка, поэтому я ее срочно-срочно кинулся допроходить. Но продолжение вы увидите уже завтра. То бишь tomorrow, мазафака. Так что что-нибудь там нажмите, что-нибудь там где-нибудь напишите, ну и все такое.